Ну что, ребятки, сегодня день X. У нас сегодня открытие сезона в Светлике. Сейчас едем к Толику, он поедет на моей девяточке. И я вам расскажу небольшую историю. Проехался только что в магазин, мне надо было кое-что забрать. Думаю, проедусь без перчаток. Поехал себе такой, приезжаю домой, слышу, что-то паленым воняет. Думаю, что это воняет? Стою с мотика, обхожу, смотрю вниз, у меня перчатка лежит. Я такой, блин, думаю, что? Одна тут, а другой нету. Думаю, а, потерял, я обычно их тут оставляю и еду, блин. А потом смотрю внизу, там в трубах стоит видеоролик, сейчас увидите, блин. Такой, блин, я пропалил, спалил перчатку, блин. Это вообще, ну как так можно, блин. Вообще засада, блин. Я херею, вот как? Объясните мне, как так можно было вообще, блин? Эх, ну ничего, что поделаешь. Все, отмаячили, что я приехал. А ну, где этот перс? Во, сонный какой-то. Да-да, и шел, ты как будто там где-то спал уже, бля. Что, ты готов к полету? Да. Я, в принципе, вот так и поеду, потому что в курточке будет жарко. Ой-ой-ой, ты слышишь, какой воздух прохладный? А возле воды еще будет прохладнее. Я, ну так, но все равно продует, мне кажется. Ну, оно покажет. Вот так и едь, вот так как есть, вот так и едь. Тапка. Я, короче, да, в тапочках, шортах ехал, понял? А. Я когда еду, у меня тапочку так вот заворачивался. Жесть. Ну вот мы едем с Тульком, как она потрясно выглядит, моя девяточка. Это вообще, ух, красотка. Вообще зачетно. А звучит-то как? Мой явно тише работает. Намного тише. Хорош. Да, он хорошо смотрится. Максимально хорошо. Сейчас едем, забираем его девчулю. Вообще красота. Пошумим. Пошумим, блядь! Японского искусства. Еп туды. Да. Я, кстати, наклеечку поклеил. Уже все. Помеченный. Помеченный. Однозначно. А? Подлиннее? Не, я так налепил. Ага. Сверху-то и все, блин. Не заморачивался. Ляп-ляп. Да. Осталось только логотипчики. Вот так. YouTube, Instagram, TikTok там, Telegram, бля. Не, понял. И все. Вот так вот YouTube, да. А другую Instagram. Ну, кстати, да. Мы уже готовы гулять. Ребята, Маша, все споры с классовки поедем сейчас. Ай. 12. Ну вот мы уже едем, вот на бульдоге Богданчик едет, все дела, сзади только мчится. Газанул такой, ух, ах, хорошо, едем, короче, опа. Хорош. Догоним, что ли? Ну что, я парней отправил туда на место встречи, а я сейчас пока поеду, заберу свою малышечку, вот, и подъедем уже красиво как раз, я думаю, как положено, нас там встретят, все, подписчики, все дела, создадим интригу, накалим обстановочку такую для встречи, и будет все, good. Да, помчали. Помчали. Ну
повстречали все. Прекрасная, красивая, замечательная девочка, которую я очень сильно люблю. Да. Такая красивая. Опять все лицо будет на этот. Давайте его. Ой, девочка. Моя сучка. Да. Ну почему? Опа, уже что-то есть интересное. Все, я забрал свою девочку. Едем уже на место встречи, как раз подъезжаем. Все красиво. Ждут нас там. Некоторые из точно ждут. Поэтому сейчас поглядим. Сейчас поглядим, что там такая. Трошки нашумим, чтобы нас встретили. Дивиться, дивиться, блин, каже, ти баран, куди ти їдеш, блін. От тут тітеньки теж йдуть сміло. Хто тут в ожиданнях? Чудо. Чик. Отдельно. Хупля. Неудобно. Неудобно. Неудобно так. Почему тебе неудобно? Привет, да. Базара, хороший аппарат. Да, такой, как хотел как раз. Привет. Сейчас с Кремня еще кто-то, может, подъедет. Во. Скажем так, подписчик. О, подписчик. Приятно, приятно, приятно. А кто это? А кто это у нас тут приехал? А кто это? А я думала, да это же танкистка. Есть. Да это же танкистка. Привет. Что ты? Как дела? Нормально. А, да, здоров. Номер скажи. Да. Приветствую, Вова. Здорово. Приятно. Вот же это Сузука, который он говорил, 205 лошадей. Надо будет срезаться как-то. Может, даже и сегодня пролетимся. Посмотрим, чего она стоит против моей Кавы. Щит. Щит, мэн. Хорошо. Ой, да. Что, еще кто-то подъедет? Не говорил? Не? Даша должна еще на Хонде. Да? А не с вами выезжала, да? Ну, бля, я ее ждал 30 минут, мы с Владиком на мосту. Я Дашу ждал на рейспорте. А-а-а. Я говорю, все, ты жду Дашу, короче. А мы сейчас потом на заправке постояли, повтыкали, то и поехали. По трассе по яму. Угу. Да, что дороги... Меня... Дороги печали вообще. Я на трассу хожу, я дал. Я думал через село объехать, но я забыл, короче, дорогу. Поехал, покатался. Ой, блин, да. Так маякни, может, ей. Будет, не будет, чтоб мы знали там. 5-10 минут, то выйдем. Да сейчас по городу проедемся до 5-й школы, там на разворот. Можно на Белесковскую туда выехать, там прокатиться. Та и... Можно вернуться назад, может кто-то там пофоткаться захочет, люди соберутся. На Киев ты что ты? Дня куда-то. Да. Да, 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 да. Ходил как бы сам себя, ну. Угу. Да, да, да. Да, хорошо. Не, ну что, собрались. Нормально. Ты же здесь, я ж дал этому Толику на моей девятке ж приехал. Толику. Какому? Вот этому вот. А, ты на ней едешь, да? Да. Мой ремонт. Что ему сказать, Газпол? Да, ну я чувствую, он купит его. Непроизвольно. Ну приятно, знаешь, да. Твой прошлый моток ездит. Да. Ну, лично понаблюдай. Разъебался уже просто. Бля, ну это жестко. Я же его даже не продавал, я дал проехаться просто. Так что да, Толик, аккуратненько. А что, приезжал к тебе, по-моему, Z-ка 750? Да, да, да. А, я даже вспомнил. Хамелеоновая, да. Угу. Бля, я походу по трассе подик проебал. Вот это да. 125R. Я устал. Ну. Поехал и слава богу.
Я тебе, наверное, поезжал. Ждали как истинную девушку. С опозданием чуть-чуть. Я туда приехал. Полчаса простоя. На базу, блядь. Надо ехать. Да. Надо перекурим, да, там поедем уже. Уже вроде все, больше никто не будет. Привет. Да. Все, так а меня ждут, бля. Где там кто? Не вижу. Все, сейчас пошумим. Давай. Садись, садись. Хорош. Все, езжайте. Веди. Хорошо. 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 Давай, давай. Моя девяточка. Прекрасно. Пожужжали. Вот это другое дело. Красивенько. Поехали все. Скоростной режим, говорит, соблюдаете, да, бля. Толкистка, смотрите, как едет. Выставила сраку, бля. И все в рядочек, бля. О, вот это плохо. Никаких рядочки вот и должно быть. Все должны в шахматном порядке ездить. Вот, отжигает, бля. Мустанг. Смотрите, какая вариация мотоциклов все-таки разная. Вот так вот. Хорошо. Раз. Два. Три. Четыре. Да ты что? Сколько у нас вариантов тут катается. Бандосиком таким покатаемся. Где-то все, все хотят валить. Поехали, блин, наваливают парни. О, да. Не, ну красиво. Красиво, скажите. Сколько приятных звуков. Надо всех пропустить. Показать вам больше, сколько мотиков. О, тоже гарно. Все, больше никого. Оп-оп. Температура 78. Я вот так вот проеду подло. Но классно, скажите, сколько звуков, сколько всего. Ух, разных. Вообще четко. Что ты там делаешь? О!
хорош. Пытаются подрывать. Все? Отлично. Никого не забыли. За сисечку меня трогает. Все, езжайте, езжайте. Только я не обозначился, куда мы будем ехать. Хорош. Подрывают, пытаются подорвать. Хорош. Да, сипает, сипает. Красиво. Вот и мой мопедик. Опа. Вот это круть, да? Поехали, поехали. Хорош! Я тоже так хочу. Почти все, еще один. Давай, 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 давай. О! Хорошо. Смотрите, какая Сузука. Сузука. Поднажать бы чуть-чуть, да? Оп, повезел мне. Куда надо? Красиво. Что? Вставай. Хупа! Вот и вся банда. Он моя девяточка едет, моя красивая девочка такая. Пищатка лодочки, песочек бы там вычистить. Ух! Ух, ах! Ну, тип на эрке вообще что-то, да, не разгоняется почти. Это кто? Ну, парень. Танкист. Какой? А, да не, он вон всегда котится. Я же говорю, что он всегда. Такая после литра, такая, бля. Не, ну... Просто как мы с Мишей едем, мы едем, блядь, пиздец постоянно. Угу. Да, мне тоже с Мишей нравится, блядь. Можно хоть поджигать. По городу мы такое, блядь, я говорю, Миша, как мы жили вообще? Да, да, да. Вот. Тупо вровень, не сон. Ты такой обманщик. А? Смотри, сибишки все, колеса какие. Да, да, да. Горбунов, там, Сибиха, да? Да. Заходишь, а там 125 кубов написано. А у него он похоже на бульдоги он. Ну, не такая, конечно, но что тоже такая. Из этой серии. Что ты? Все? Че что? Да? Там мы, в принципе, уже тоже все. Как бы, сейчас перекусим.
Они фоткают мотоциклы, а я снимаю их, блядь. Вот же она, поляна. Все дела, опа. Вкусно? Вкусно. Да. Железно. Лев. Крым. Засунули випку на то место, не хватит. Особенно как она есть, она так пока незаметно, да. Да хватит. Запомните, братья, что будет на ней сразу. Все, покушали, все дела там, оп, все, все сытые наелись, сейчас проведем парней и сами чухнем куда-либо. Самый главный подписчик с нами, наклеечка есть, все круто. Мешаем фурам, правда, но ничего. О, я вижу то, что надо высунуть. Нужно, нужно. Да, да. Что сегодня слышно. Давай. Да. Иди давай, это обострюсь. Куда ты его ставишь? Подожди, да я сначала поставлю. Ты хочешь, чтобы я его сбил? Да, немного, да. Это точно подмечено. Аж покраснело, блядь. Ой, блядь. Да. Давай. Я в тебя верю, ты сможешь. Ой. Литр? 1000? Нормально. Много жрет? Нет, литров 6-7-8. Смотря как едешь. Чем быстрее обжариваешь, тем больше ест. Да. Потому что Кавасаки. Да, у меня до этого был и есть другой Кавасаки 900 кубовый. Такой белый с черным. На красных дисках. Вы сегодня по всему городу ездите? Там мы, да, надо было заехать, то используем момент. YouTube канал есть, все дела. Да? Да. Just Run Rider. Just Run Rider. Да. Также и TikTok называется, Instagram, в принципе. Я тоже только Fortnite снимаю. А, да. А это твоя жена? Да, будущее. Она беременна? Ну, я тоже так думаю. Пока нет. А что ты так решил? Ну, тоже жена.
будущее. А, да не, будущее просто. Просто люблю пока ее, а там оно покажет. А сколько ты сдал на права? Сдавал? Да. Ну, сдал $100. Это на то время было 500 гривен. А вообще с 16 ты можешь сдать на мотоцикл, но и также сдать на машину, все. Просто что официально получишь 18, а на мотоцикл 16. А 16 можно ездить? Да. Так что да. Да, можно покупать питбайки и кататься. О, вот питбайки, да. Но у них же вроде в городе нельзя ездить. Ну, можно ездить по тротуарам, по чем хочешь. Можно. Если бандейка ездите, можно, то нормально. Ты все? С облегчением все дела? Я никак. А что? Пропердился просто? Моя жена. И сразу, да, сразу все. Прям все предсказывает. Бля, я херею. Ты, походу, точно беременна. Я этот знаковый день запомню. Пишет? Да. Замечательно. Только ты это вставишь в видео. Это все будет. Все будет. Вот как только приехали, мы с ним разговариваем, все. Все четко. Все, можно ехать. У малого отстрелы аж херящат, бля. Поехал, бля. У вас мяска можно заказать? Да. Мы уже у вас брали тут на шашлычок. Сколько? Так килограммчика 2-3. Хорошо. Свою каску-то поехали? Да. Їсти? Да. В сраку? Да. В сраку, кажу. В свою. Туда. Туда, куда надо. Залатанная лада. Кузов немного помятый. 99-й, 80-й. Ты виноватый. Что там? Дома, интернаты. Ты мне тут не моргай. Дискач. Тут куча людей. Тут на проходе стояли, брали бабки, неон, печаточка. Все. А и тут куча людей. Вот тут была куча людей. Пишет? Да. Во. Тут, ну тут лавочек еще не было, это уже потом поставили. Просто куча людей семечки плюют, там бухают, все, там движ везде. Кто-то чпокается, кто-то еще что-то. Драки, суета, движ. А вы сейчас скучно живете. Ты че, бля? Ты че, бля, на меня так смотришь, бля? Ты че, бля? Сейчас будем с тобой драться, сейчас будет драка! Ты язык и моя срака! Опа, я не буду запікуватися. Я тобі сказав. Хай мама дивиться, яка ти шкідлива. Ти мене обіжає. Ні, я тебе люблю дуже. Дуже сильно. Така моя дівочка красивенька. Моя дівочка, так хоч ти в жопу мені лізеш. Понюхай пальчик. Коричневий палець. Ой. Ой, заглохло. Боль, конечно же. Мучение. Давай, делай. Делай мне боль, как ты любишь это делать. Что ты меня закатил? Что это такое? Диана, что ты со мной делаешь? Ты больна? Прервалось наше обеднее время. Да и на 3 нам ехать, сейчас 2:39. Позвонил товарищ, говорит, беда. Увалил колесо, спустило, погнул диск. Воскресенье. Шиномонтаж, блин, не работает. Нет. Поэтому едем домой, возьмем молоточек, резиновую подкладочку какую-то хоть как-то выбьем. И за нами кто-то пристроился. Богданчик, что ли, или кто там? Да. Поедем выручим хлопчика. Да, вот. Возьмем сейчас это все дело, подъедем, выбьем и... Ну, выручим, елки-палки, что делать еще? Взяли мы с собой
насос, молоточек и такую штучечку, которую хоть можно бить будет этим молоточком. Ехаем. Я не удивлен, что он тут увалил колесо, но это не тут, я знаю где, это дальше. Это точно дальше, там где могла просто быть встречка, помеха, он не смог объехать. Он бы туда не доехал бы. Сейчас посмотрим. Все равно их тут нема, этих дорог, вы посмотрите, бля. Тут вообще тут вся морда телепается, бля. Это вообще, он стоит, ждет нас. Это вот тут буквально как сейчас машины проезжают, наверное, вот эти ямы вот. Хотя тут небольшие, наверное, вот эту большую словил. Сейчас, ого, ну спущенные хули. Сейчас поглядим, что тут да как. Слазайте. Это ты, наверное, вот эту последнюю въехал, не? А, с города ехал. Привет. И там, получается, он проезжать дамбу, понял? Ой, сам ГЭС. И там на конце яма такая здоровая на полдороге. Ага. И получается так, то что я чуть-чуть влетел вперед. И начал по дороге побить воздух, понял? Я думаю, там не знаю, что за херня. Ага. Тут такая вот получается стена. Чтоб удобно. Ни хера себе в натуре. Ну как раз вот эти два. Ну, ты таким молоточком, бля, что ты тут выбьешь? А там какая? Как всегда, как обычно. Снять колесо? Да не, не, уже сейчас подогнули, чтобы хотя бы накачать, чтобы он доехал. А у нас там на спецстрое делают такие диски? Ну, мы на монтаж, когда на обсерваторный в гаражах. По так... Балансировка все есть. О, номерочек обменяйся. Ставь пока. А что это, так что можно привезти ключи? Да уже, сейчас мы его накачаем, он доедет. Не, оно просто выбило диск, губа и спустило колесо. Бензином, понял, бах, насосом. Ну сейчас будем пробовать, это ж просто что. Все выходные, елки-палки. Искать, провели. Ну все, мы парня отправили, все good, все хорошо. Мотобрат в теме. Чего? Вот я такой хотел всю свою жизнь. А я смотрю на шлем. Ты видел, я остановилась на шлем. Смотрю, зеленый чик. Привет. Смотрю, зеленый, надо разворачивать. Так, сейчас я его поставлю, там мясо заберу. Купили, снова бездорожье, до дяди Толика добраться. Едем есть шашлык. Мы весь день сегодня ездили, чтобы шашлычок-то пожарить. Вот и едем. Как вам дороги? Скажите, да? Спортбайк, а езжу по бездорожью. Интересно, правильный выбор я сделал, что купил? Спортбайк. Может, эндурик все-таки нужен? Все подсказывает на то, что у нас эндуро дороги. Блин, ну тут без вариантов вообще. Эндуро. Эндуро просится, ждет меня какой-то. Даже не знаю какой. Мягенький тут бы сейчас шпарнул бы сотку. Без вопросов. И пофиг было бы. Мягенько, никаких кочек, никакого трясущегося голоска, как сейчас вы слышите. Да, это боль. Ну что поделаешь. Это боль. Пока мы тут жарим шашлычки, то там происходит ого-го, хоть говорить, елки.
Ни хрена себе. Ну да, может и потухнет. Надеемся. Диана, ты там ходила, ты что-то делал? Я там не ходила. Я говорил, что спичкам дети, а не игрушки. Уже и пожарка приехала. Вообще, блин. Диана, вот скажи. Ну вот оно того стоит. Все, подхавали мяска. Хорошо, прекрасно, замечательно. Выезжаем снова по эндуро дорогам. Все прекрасно. Вот так вот, в принципе, и проводим время. Как вам, ребятки? Скоро выйдет новенький еще видеоролик, обзор на данный мотоцикл. Вот и как бы все. Нормально, точно снимаю? Да снимаю, блядь. Все, не, я имею в виду, что ракурс. Говори быстрее. Ты иди быстрее, ножками перебирай свои. Я боюсь. Пока не упадешь. Ну что, друзья, вот такой вот получился интересный контент. Обязательно подписка, лайк, комментарий. Чекаем мой телеграмчик. Обязательно там будет много всякого интересного. То, что не войдет в YouTube. Только там. Поэтому, если вы не здесь, то вы нигде.